Всем привет, друзья, с вами ММА. Ну что же, обнова вышла, ё-моё, что-то у нас тут уже горит. Музончик играет, короче, суета пошла. Так что сейчас мы проверим с вами, что же тут появилось. Для меня, честно, будет очень интересно, потому что я ни одного сникпика не чекал. И буду сейчас смотреть все по-новому. Это как? Потому что когда все сникпики наизусть информацию изучаешь, чуть-чуть скучновато, да, становится? Чуть-чуть скучновато становится. А что тут у нас? Ё-моё, это что просто? Миллион наборов сразу выходит. Мы сейчас заценим один из этих наборчиков. Но перед началом обязательно закидывайте лайкосик. И еще есть моментик, если вдруг вам где-то по мелочи или там реально много хотите закупить гемы, но не можете, то можете залететь по ссылочке в описании. У меня есть свой бот, который вам в этом деле очень круто поможет. Поэтому, если что, там все супер просто, все качественно и надежно. Поэтому обязательно залетайте. Ну что же, давайте тогда приступим к этому разбору. Начнем с того, что есть подарок бесплатный. Это какое-то прохождение. А тебе дают рандомного перса. Ух, нифига себе. Так, давайте скринчик обнов сделаем. Чел уже нового перса выбил, найс. А где он его взял-то? А что, новый перс? А, да, новый перс тоже. А, кстати, тут же вообще дисбалансно может быть. Старка, все это. У нас чел АФК. Гений. Взял перса, забыл, как на нем ходить. Так, у меня почти гибер. Принять, это еще надо мне сейчас... А, стойте, народ, мне надо зайти в настройки. Пошла Джеки с гиперзарядом. Ой-ой, Спайк, угомонись. У нас чел бот. Ладно, мы сейчас заскамим чуточку и заберем эту победку. Надо мне зайти в настройку. Охренеть, какая же это жесть просто. Давай тут закинь нам этот сразу, чтобы мы сэкономили. Не тратили 9к на набор. Давай тут прикинь нам суперзарядку одну. Смотрите. О, нифига. Надо сюда зайти. И сейчас я вам покажу, если вы, допустим, играете не в три пальца, как я, то вам нужно... ее поставить рядом. Ну, короче, смотрите, мой гаджет здесь, да? И я рядом с гаджетом его вставлю. Сделаем размер максимально большой и где-то под низ. Либо можно даже вот так. Ну, то есть под углом, чтобы вам либо вот так недалеко, либо вот так недалеко нажимать было. Ну, и давайте еще одну сыграем. А так я думаю, что я их добью. А что это? Ой, эти пинчики. Терпеть не могу, когда пинчики приходят попозже, потому что ты из-за этих пинчиков уже перса-то не особо хочешь там брать и играть, потому что ты уже им наигрался, а пинчик-то нафиг нужен. Окей, уничтожили Спайк. А это же рандом лютый. Почему я опять бык? Или я... Так, 10к хп, вообще непривычно. Что за геры, я не пойму. Мы с Джеки тащим уже вторую катку. А, почти. Клянусь, я вообще не знаю, что этот перс может. Надо будет проверить. А, я понял, он тоже подрубил. Типа сбрал толка, помню, что он умеет, да, но ничего другого не смотрел. Так, чел включил зарядку. У нас тоже супер зарядка.
Надо пока чуть-чуть пережить. Не, бро, куда со своей аптечкой? Сейчас, сейчас устроим. Я на самом деле пока очень везучий. И мне дает БК против Шелли. Ой, погоди, погоди. Ну кого ты попер, братичка? Ну-ка, что ты сказал, сладенький? Охренеть. Это просто жесть. Если они сделают хрень и добавят эти суперзаряды на LCQ и чемпионат мира, то челы, ребят, это ГГ. А типы будут турнир. Смотрите, в теории есть 6 банд, можно проще из персов брать. Но если у тебя второй пик, ты ни одного не банишь из этих персов. Они, допустим, даже 3 персов такие забанили с суперзарядкой. Забирают одного, ты забираешь 2, и у тебя сразу преимущество. И ты там еще чуть по чуть можешь кого-то из них убрать, чтобы вообще 3 осталось, а они одного заберут, и 2. Но это будет ГГ, это будет дисбаланс лютый, поэтому я думаю, что невозможно, чтобы они это добавили в LCQ. Ну, а в игре уже, конечно, будет доступно. Ну что, давайте купим. Я бы хотел попробовать на кольта купить и в СД-шку сходить, это будет люто. Куплю даже, может быть, агема. Давайте заберем подарок. Физический подарок. Похож? Let's go. Я не фанат прям кольта, но... Ой, какая еще карта мерзкая, но мы на мид пойдем. Почему он требует купить что-то? Окей, народ, закидывайте полыкучку, это сейчас будет жарко. Первый тест гиперзарядов уже не просто в этом испытании на гиперзаряды, а уже в реальных катках. И никто не хочет идти, все чувствуют, что сейчас будет жареным пахнуть. Дайте я на всякий случай на пальчики одену, чтобы каточки четко пошли. Ну, блин, суету лютую добавили. Не добавили пока особо скинов там и так далее, да, но, блин. Так, Шелли... Я что-то сомневаюсь, что типы на Шелли купили сразу гиперзаряды. А сколько у бокса теперь хп? Блин, может другой газ стоил? 8500! Как же непривычно это видеть, это... О, чел с гиперзарядом. Ты чё, Скайволкер? Сейчас. Мэг узнал. Блин, меня отсюда мог закрыть. Здорово, здорово. Гиперзаряд у меня не... Не скоро, поэтому я отлетаю. Блин, карта охрененная. И в целом хотелось бы, наверное, самому сыграть. Конечно, я не могу гасить типов, если они меня явно узнали, да, типа свои там подписчики. Хотя среди них не все же подписчики. Просто мог узнать, но крысеныш конченый. Вот такие тоже были. Поэтому как бы и доверять неохота, да, и как бы крысе тем более. Поэтому без выхода ситуации я не очень рад, когда катки встречают. Не потому что там ЧСВ какой-то, а потому что неудобно. Ты не знаешь, кто это. Не знаешь, насколько он хорош, насколько он добр и какие у него... Кольта модель, как будто большая какая-то, мне кажется. Блин, вот тут так страшно стоять у куста. Ладно, в кустах мы его не найдем. Но мы его найдем тут на миду. Или он нас. Как повезет. Карта не самая лучшая. Какая-нибудь, да, двойная проблема, дабл трабл. Чё бы только не было, все имба была бы. Кстати, это эксклюзивный скинчик, который был в поддержку ЧМа. И если его добавят в игру, то больше скинчики эксклюзивные я никогда в жизни не куплю. Я буду их покупать, но не с пометкой эксклюзивные. Я понимаю, что дефолт скины и все.
Но это моя позиция насчет эксклюзивности. Потому что я его покупал в поддержку чем, но плюс как супер-пупер эксклюзивный. Ладно, я видел 4 типов, так что кусты можно не бояться. Сейчас. Гиперзаряд, дай. А теперь, братишка, готовишься? Стой, стой, больно бьет. Сейчас, давайте похилимся. Не, гиперзаряд слишком сломан, даже учитывая то, что у него куда больше было банок, ему это вообще никак не помогло. Ну, а еще эта карта, да, не самая лучшая, но гиперзаряд это просто ультра, ультра перебор, это очень, очень жестко. И что думаете, пишите и обязательно залетайте, если вдруг чего-то не хватает, но купить очень хочется, то мы вам поможем. Поэтому ссылочка в описании. В общем, с вами был Ума, это была Обнова, всем удачи и всем пока.